Всем привет! Ну вот, наконец-то пришел мой очередной заказик из Иваново, Ивановский текстиль. Ну что я заказала на этот раз? Я обнаружила, что у меня, оказывается, на лето есть уже достаточно вещей, вот с коротким рукавом, без рукавчика и все. Но вот у нас сегодня, например, прохладненько, да, дождик собирается. И на этот счет у меня мало вещей, которые с длинным рукавом, или кофточка, которую надеть можно просто. Мне хотелось что-то заказать с длинным рукавом. Ну вот смотрите, наконец, что я все-таки заказала. Заказала я вот такую вот туничку. Мне понравилась расцветочка. Здесь рукав 3/4, но очень красивая расцветочка. И очень такая приятная ткань, очень она мягкая и нежная. Мне прям нравится. Это все хлопок. Вот. И я вообще люблю такую расцветку. Вы видели, у меня такого цвета примерно голубая была кофта с длинным рукавом. Но она еще есть, но она уже такая старенькая. И я решила купить себе что-то такое свеженькое. Но вот с брючками вот это вот будет мне просто... Я буду с удовольствием носить. Туника называется «Купон девушки» и стоит она 492 рубля. Но я ее одену, и вы посмотрите на мне, как она будет выглядеть. Это 52 размер, я сейчас беру 52 размер, потому что я то худею, то поправляюсь. Но мой родной 52, и я не люблю, когда вещи на мне в обтяжку. Пусть они будут немножечко свободными. В общем, смотрите, как это выглядит. Следующая кофточка, которую я взяла, это вот такая вот с длинным рукавом, с капюшончиком. Голубая полоска отделка. Ну и такой светло-бежевый цвет. Рукавчик на манжетике, внизу на манжетике. Здесь вот такие кармашки. Вот. То, что нужно. Ну и тут расцветочка, тут птички. Нарисована птички и называется она птички. Этот размер 50, ну, потому что я посмотрела, что она объемная, и чтобы слишком большая не была, и рукав слишком длинным, чтобы не было. Я, в общем, заказала 50, мне так вот захотелось. Тоже мягкая ткань, и она такая вот, как тепленькая вроде бы. Это с начесом внутри. Ну, оно, как знаете, как байковая внутри. Как байковые пеленочки такие детские. Туника птички называется, 706 рублей стоит. Вот такая. Дальше я заказала спортивный костюм, но в основном заказала я его из-за белой кофточки, потому что у меня есть белые бриджи, белые кроссовки, и у меня очень мало белых кофт. Ну, одну я купила, у меня есть, но захотелось вот еще такую заказать, чтобы была еще одна, потому что белая может запачкаться, чтобы было заменить чем. Здесь рукавчик 3/4. Есть такая вот отделочка, как серебристая, она идет здесь по плечикам. И на брючках она идет по бокам. Ну и такой вот узор.
К этой блузке идут брюки. Темно-серый цвет. Ну, почти черный. Внизу брючками. По бокам вот эта серебристая вставочка идет, как костюмчик. Карманчики есть, глубокие, хорошие карманчики. И резинка не вшитая. То есть резинку, если что, можно будет заменить. Это хлопок с небольшой добавкой полиэстера, по-моему, здесь немножко, чтобы тянулось. Но это чистый хлопок вообще. По-моему, чистый хлопок. Внутри гладкая ткань. В общем, приятная. Она такая плотная, в то же время мягкая и приятная для тела. Но это то, что я люблю как раз. Спортивный костюм стоит 1050 рублей. Брючки и кофточка. Еще я заказала кардиганы. Два кардигана. Мне понравились цвета. Я заказала одну и ту же модель, только в двух цветах и в двух размерах. Заказала вот такой васильковый цвет. Это я 52 размера заказала. Он и с капюшончиком, и на молнии, и с кармашками. В общем, все, что нужно здесь есть. Хотела как раз на молнии, чтобы была кофточка у меня. И взяла вот именно такую модель, такой фасон, который мне нужен. И мне очень понравился вот этот вот цвет васильковый. А еще такой же точно кардиган, цвет изумруд. Но этот я взяла на размер больше, на всякий случай. Думаю, пускай, если что, будет что-то на размер больше, если, может быть, пододеть там под низ еще что-то, какую-то кофту, ну, чтобы не было в обтяжку, у меня есть просто теперь варианты. Но вот эти два цвета мне понравились, абсолютно одинаковая модель, но очень-очень такие красивые. Я долго выбирала, какой же цвет из этих мне выбрать, но я знаю, что мне и под синий цвет есть вещи, что одеть. И под изумруд у меня и босоножки, и другие вещи есть тоже вот такое одеть. Ну, в общем, оба цвета понравились, и оба цвета я взяла. Эти кардиганы по 933 рубля. Для меня, мне кажется, эта цена не очень дорогая, но вещи очень хорошие, при том, что это хлопок. Здесь небольшое добавление идет, видимо, полиэстера, чтобы оно тянулось. Но вообще вот на ощупь вот хлопок и все. Гладкое внутри. Цвет одинаковый с обеих сторон, поэтому, в общем, и внутри, и снаружи цвет идет одинаковый.
Ну и опять я заказала постельное белье. В прошлый раз, если вы смотрели мое видео, я заказывала наволочки 50 на 70 «Лебединое озеро». Наволочки, кстати, стоят по 99 рублей. А в этот раз я заказала еще простынь и пододеяльник. Вообще, вот этот вот комплект можно купить комплектом. Комплектом на полуторку или на двухспальную кровать. Но так как у меня диван, то есть диван у меня как полуторка, но я люблю простынь большую, как на двухспальную. Одеяло у меня как на полуторку. Пододеяльник я заказала отдельно, как на полуторку. Простынь отдельно заказала, как на двухспальную. И в комплекте там идут 60 на 60 подушки, а у меня подушки 50 на 70. Поэтому в прошлый раз я заказала 50 на 70. Наволочки две. Вот они. А в этот раз уже мне пришел пододеяльник, пришла простыня. Простыня на двуспальную кровать пришла. И пододеяльник я заказала отдельно, тоже «Лебединое озеро», только пододеяльник на полуторку. В общем, таким образом я собрала себе комплект одной и той же расцветки, но все по отдельности. Вот такие варианты тоже возможны. И тоже можно заказывать как комплектом, так и по отдельности. Пододеяльник на полуторку стоит 534 рубля. Это «Лебединое озеро». Простынь «Лебединое озеро» на двуспальную кровать стоит 357 рублей. Ну, а наволочки 50 на 70, «Лебединое озеро» по 99 рублей. Вот таким вот образом я собрала себе комплект. Сейчас я раскрою и посмотрю, покажу вам, как это выглядит уже в развернутом виде. Какой красивый рисунок. Мне понравился вот этот вот рисунок. И я поэтому собрала весь комплект себе. Ну вот и все. Я вам показала все свои обновочки. А ссылочку на Ивановский текстиль я оставлю внизу. Кому понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока.